Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like Game. Добро пожаловать на начало прохождения зимней модификации на игру Stalker Lost Story. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Всех с наступающим Новым годом, ребята! И я, кстати, пару слов об игре. Наткнулся на эту модификацию еще летом, поиграл и, в принципе, сказал себе, надо обязательно дождаться декабря, пройти, записать и на канал выложить. Ребят, ссылочку на эту модификацию я ставлю под описанием этого видеоролика. Кому интересно, в принципе, то скачивайте, играйте. Ну все, поехали. Так, пригородный вокзал. Ранее эта территория была недоступна из-за высокой плотности аномалий полей, и только единицы знали безопасный путь сюда. Но после третьего выброса все в корне изменилось. Часть аномалий, аномальных полей исчезла и открыла путь для множества искателей приключений, которые жаждали найти что-то ценное и доселе невиданное. К всеобщему разочарованию, территория не обладала какой-либо секретами. Однако одна вещь все-таки заинтересовала. Определенную группу лиц. Что-то я немножко запнулся. Ха! Чтец из меня, конечно, не такой, но что-то где-то я буду вам зачитывать, если... Можете, в принципе, сами на пробел ставить и зачитывать. Кстати, я не проходил эту модификацию. Господи, это... И чуть-чуть только летом наткнулся, когда на ее поиграл. Так, она фонарикная. Сейчас буду, наверное, жестко тупить. Кстати, на Т у нас что-то дополнительные настройки, смотрите. Сумность, насыщенность. Темная ночь. Туру-туру-туру-туру-туру. О, господи, мне же страшно. Я, кстати, если честно, не совсем помню, что делать, потому что я чуть... Эй, черт, где вообще я? Надо выбираться отсюда. И поэтому я аж, если честно, сейчас даже у меня какие-то потери памяти. Ну, то, что я играл, я аж не помню. Что там да как. Господи, мне так страшно, если честно, я в наушниках. Так. Нет, на F-ку, да? Нет, закрыто. Товарищи! Так, у меня тут скримера никакого не будет. Я, если честно, шаги слышу. Вы тоже слышите? Так, если вы еще не успели заметить, сохранение ограничено. Кроме автоматических сохранений, сохранять ваш прогресс можно также в безопасных местах, возле работающих магнитофонов или радио. Ага, спасибо. Так, сохранить игру на букву А, но это у меня F английская. Все. Так, у нас тут есть... Слушай, а фонарик на что включать? Я вообще... Так, F-ку... Я на Т-шку нажимаю, просто, в принципе, по старинке. Нет, это аж у нас контакты. Так. Ни черта не видно. У меня еще тут солнышко светит в окно. Так, вот дверь. Сюда? Нет, не сюда. Надо будет искать. Тут заперто. Тут доска. Почему он не может... А, вот, кстати, этаж. Лестница. Темная ночь. Только лайков у какой-то. Ух, смотрите, за окном снежок. Господи, это мой. Я что-то поднимался, вообще не заметил этого Ленина, не знаю. Сейчас я ж испугался, увидев от Ленина. А Ленин такой молодой. Мне бы фонарик найти бы. Блин, я, если честно, слышу, как... О, ключ какой-то. Я слышу топот шагов своих. Иногда они в наушниках так звучат, как будто это не мои шаги, если честно. Жутковато. Так, от чего ключ мы, интересно, взяли? Вот тут аномалия, что смотрите. Да, аномалия. Слушай, а мы можем в окошко же, по идее, сигануть, да? Нет, не можем. Так, хотя отсюда, может, можем выбраться. Ага, тут аномалия тоже, я смотрю, да? Фиг, мы выберемся. Опа, очки. Ты кто такой?
Так, смотрите, есть кто-то такой. Так, обычный юридический документ, в котором написано о сотрудничестве военных с нашими учеными из на Янтаре. Для ряда неуказанных экспериментов в папке находится какая-то записка, написанная от руки, и использовать, чтобы прочитать записку. Так, два раза мне надо нажать, да? Да. Так, это мы все берем. Так, это мы тоже забираем. Так, что там дальше? Кнопку нажать надо. Пистолетик мы берем. Замечательно. Слушай, надо настройки все-таки посмотреть, на что фонарик включать. Давайте. Опа, кстати, на тап можно прочитать, смотрите. Все пропало. ПДА помер. Это, кстати, записки, да? Это, получается, мы можем подбирать и потом читать. Все пропало. ПДА помер. И еще я оказался в какой-то непонятном месте. Зато живой. И это радует. Где я? У этого придурка артефакт забрал. Так нужно взять себе в руки и выбираться оттуда. Но меня напрягает одна вещь. Почему так холодно? Ну да, холодно зимой. Так, слушай, здесь нельзя, да, пройти? Я так думаю, меня убьет. Слушай, ну-ка. Нет, здесь тоже нельзя пройти. Из-за этой рамы. Может, меня убьет здесь? Опачки. Блин, я тут шагов своих число, так бы этот пугаюсь. Надо, кстати, вниз еще сходить, посмотреть, что. Что да как. Так, нет тут ничего у нас. Так, а тут? Тоже выбраться не могу, да? Так, а это та комната, где мы... можно посюда? А, мы это где ключи брали, да. Я, кстати, не обратил, что тут у нас. Надо будет еще раз сохраниться. Кстати, посветлее стал, да? Вам не кажется? Что реально? Слушайте, тут, походу, этот... нельзя это открыть. Утро вечера мудренее. Я, кстати, видите, на радаре, кстати, на карте вижу еще несколько трупов. Так, мне что-то на секунду ППС просел. Так, о, лампочка. Так, дайте я еще раз сохранюсь. Так, я, короче, кстати, буду проходить, наверное, по минут 30. Угу, сохранить. И дайте посмотреть мне в настройках, где находится у нас фонарик. Так, короче, посмотрел я, кстати, на букву L английскую фонарик. Ага. И знаете, еще увидел, что там... Что на букву Ж можно третье лицо включить, офигеть. Можно даже вот такое включить, прикиньте. Я не знаю, для чего это, как бы. Вот, но модификация позволяет. Интересно. Так, слушай, а у нас фонарик тратится вообще как-нибудь? С фонариком куда комфортнее, да, играть? Надо было с самого начала мне посмотреть. На это. Так, настройки надо было посмотреть. Так, тут заперто. А. Слушай, а мы же взяли ключ от этой двери, нет? Не от этой. Не от этой. Давайте искать с вами вместе. Так, тебе с фонариком, конечно. Куда получше. Так, слушай, надо еще перезарядиться, да, наверное. Я все-таки думаю через верх проходить. Так, я, кстати, не сказал. Я, наверное, по минут 30 буду записывать игрушку. Вот, и не знаю, на сколько серий выйдет у нас. Поэтому, может быть, на 2-3. Как... Это все зависит от того, как я буду тупить. Потому что игрушки, говоришь, незнакомые. Такие модификации. Так, тут нельзя. Так, ага. Так, стой, что там под столом? Нет, это ножка стула. Это ножка стула под столом. Слушай, по идее, вот сюда можно, как бы, ну, это показывает, да? Типа подсказывает. Но нифига нет, смотрите, не могу пройти. А сюда меня он убьет. Уж давай. Не, подожди, дайте я еще раз туда схожу, посмотрю. Так, а бегать можем? Да, бегать быстро можем. Так.
Что написано? Директор Григорович. Ага. Блин, а это Григорович же из «Сталкера», да, какой-то? Я же не помню, чел откуда. Откуда какой-то Григорович, я помню фамилию. Так, ничего нет. Мне, кстати, интересно все посмотреть. Облазить. Что-то, может, секретики какие-нибудь будут. Так, тут сюда тоже нельзя, да? Мне подсказывает. Чувак, не лезь. Мы тебя убьем. Так, ну крыша, да, кстати, крыша только остается. Потому что везде как бы этот на линии нельзя никак нажать. Может, что-нибудь секретное нет, откроет. Нет, пойдемте на крышу тогда. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица, на крышу мы идем. А вот про эти шаги, я не знаю, если вы смотрите в наушниках меня, то вы должны слышать. Слушай, подожди, а нам мы сюда же упадем. Так, слушай, а если нажать присесть в этот момент? Нет? Нет. Вот, смотри, ну-ка, стой, что-то получилось. Нет, нельзя выбраться. Ну, мы, кстати, ключ еще подобрали. Я так и не понял, от чего этот ключ? От чего же мне светло? От того, что наш Лайковска потерялся. Люди! Блин, ну это же не смешно. Как-то надо выбираться отсюда, ребят. Так, а наверное мы можем спрятать оружие? Нет, не можем. А это уже не смешно. Как-то надо же выбираться. А я I don't know. Но если вот сюда только. То слушайте, на девятку вроде у нас болты. Или на что у нас болты? Дайте посмотрю. Вон болт. Да, мне там, видите, расколошматит, можно так сказать. Слушай, а давайте посмотрим в ПДА, что у нас написано. ПДА у нас на J, да, наверное? Нет, на I. Я не знаю, на что ПДА у нас включается. На T, может быть? Нет, на T это у нас настройки. Я же включал до этого ПДА на что-то. Вот сюда вот. Почему-то он... Ну-ка, подожди, если еще раз? Нет. Потому что на тап у нас, видите, не включается ПДАшка. Так, пощелкал я на все клавиши. У нас на Z-ку, короче. ПДА открывает наш, смотрите. Так, ну это мы читали. Исследовать дом. Возле появился именно так месте аномалии кровососов. Ага. Так, давайте в дневнике еще посмотрим, что это личные записи. Так, это недоступно. О сохранялках мы уже читали с вами. Так, тут что это у нас? Данные. Вот мы как выглядим. Новичок. Одиночка. Ничего у нас тут не говорится. Контактов нету. О дневнике мы почитали. И задача, в принципе, выбраться с территории. Выбраться с территории? Я как бы этот, товарищи, не могу-то выбраться... Из этого общежития? А вы говорите, мисс территории. Нет. Так, дайте я поищу тогда. Так, короче, бегал и нашел. Я вообще в шоке, если честно, где она была. И она вообще неприметная. Железная дверь была тут. Издалека ее вообще как бы не было видно. Да? Хотя и вблизи так подходишь, не сильно-то и видно. Двери открывать, я так понял, тем ключом, который мы с вами нашли, да? Давайте мы возьмем с вами пистолетик. Я на картаны сел на всякий случай. Не знаю, что нас ожидает. Темная ночь. Так, это от того, что мне страшно, пою песенки. Так, еще одна ПДАшка есть. Замечательно. Использую, чтобы передать сообщение на свой ПДА. Так, щелкаем. Так. Так, давайте посмотрим. На Z-ку нажмем. Что у нас изменилось? Данные какие-нибудь прибавились? Так, контакты. Личные записи.
И вроде ничего не прибавилось. Хотя, должно, по идее, это отпишка какая-то же быть. Хотя, подождите, знаете что? Можно еще зайти в инвентарь и посмотреть. Ага, вот, смотрите. Все пошло наперекосяк. Иванов, вроде все сделал. Правильно, передача проходила успешно. Но аномалия среагировала максимально непредсказуемо. Нас всех просто разбросал по территории. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Тут что-то ходит. Ага. Я, кстати, не знал, что щелкать именно нужно. Может, на это тоже? Ага, аномалия активности в районе пригородного вокзала. Так, с последним выбросом заметно снизилось, но некоторые профессора предполагают, что следующий выброс с вероятностью 87% вновь повысит аномалию активность, и повторяющий заход на территорию уже будет невозможно, поэтому ставьте в приоритет исследование архиномалии нового типа, а другие исследования проводите по необходимости. В данный момент мы не располагаем общей информацией. Колоссальная новая Блин, мне сложно выговорить это слово, не знаю почему. Архианомалии. Но по тем данным, что у вас есть, она имеет какую-то связь с аномалией. Полями, аномальными полями по всей территории пригородного вокзала, поэтому серьезно относитесь к данному исследователю. Ага, все, все, я понял, дядька. Так, сюда лучше тоже не вставать, да? У тебя больше ничего не было, чувак? Пулемета, автомата? О, господи, тень моя. Блин, что на картонах, давайте. А ну, я же сохранился, в принципе. О, какой ужас, я, конечно, пугаюсь своих шагов. Как они тут звучат. Жутко. Жутко-жутко. Подождите, это что это такое? Красный солид горит. Опачки, это враг, значит? Это же как снорка, или как его называют в сталкере, ребят? Так ощущение, как будто я, блин, вообще, ну, типа, стрелял. Хотя нужно от бедра, может, стрелять. Так, у тебя что-нибудь есть? У тебя ничего нет. Так, подожди, а вот это... А это он надет уже брони... Ага, бронежилет. Так, ну-ка, вставай. С картонов. Так, давай, мы за вас 12, да? Тут ничего у него. Чего полезного нет? Что-то непонятно, что он кушал. Эй, Лайков, ты очень долго лазил. Опа, автосейв, смотрите, произошел. Пригородный вокзал. Тихо, тихо. Я, кстати, долго задержался, наверное, на этой локации, блин. Но перезаписывать не хочу. О, фонарик отключим. Домашний арест. Снег. И так много. Сейчас середина ноября. Какого фига? Хм. Ноябрь. Хотя я записываю это, ребята, в декабре. Новое задание. Небольшая потребности. Ага. Так, давайте Z-ку нажмем. Выбраться из этой территории. Найти необходимую экипировку. Ага. Так. Ух ты, я вижу дырочку. Так, нет, нельзя. Ну, надо в это здание, по идее, зайти, я так думаю, да? Сейчас посмотрим, тут тоже аномалии. Так, можешь залезть? Опа, 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 очки. Паркур, детка. Ага. А, ну тут аномалия, мы не залезем. Тут нет смысла тоже лезть наверх. Может, хотя тайник там, может быть, нет. Я боюсь, упаду, ноги сломаю. Потом сохраняться придется. Ой, загружаться на сохранение придется. Так, тут тоже заколочено, смотрите.
Кстати, музыка такая прикольная, расслабляющая, идет и играет. Нет? Ники тут нет. Так, заперто. Значит, дверь можно будет открыть. Наш передовой отряд. Передовики просто, да. Так понимаю, это разработчик, да? Два товарища. Это ихние фотографии. Да, ребят, напомню еще раз, что модификацию вы найдете под описанием этого видеоролика. Ссылочку я оставлю обязательно. Вот на последующие же модификации, ну, ролики во второй и третьей части, я буду, наверное, ссылаться на первое видео. Так, тут тоже закрыто, да? Ну, хотя там, кстати, можно было вроде бы попасть на второй этаж, интересно. Давайте сюда зайдем. Посмотрим. Так, фонарик включим сразу, чтобы жутко нам не было. Черт! А ведь холодно же, надо найти место для согрева, иначе я просто замерзну насмерть. Ага, тут же механика, я забыл, да, замерзание, кстати, есть. Зажечь костер. Мне нечем зажечь костер, нужно найти спички или зажигалку какую-нибудь. Так. Радио можно включить? Нет. Тихо. Не работает. Люди. Нет, тоже нет. Опачки, что это такое? Обычная еда, на которой лежала на открытом воздухе, в такую погоду не очень пригодная для употребления. Сначала ее нужно нагреть. Станьте возле любого горящего костра и попробуйте использовать. Ну, вот, вот так. Короче, тут еще и жажда питье есть, да? Угу. Так, а где спички мне взять? Рисунки. О, ну-ка, ну-ка, подождите-ка. Что тут? Карикатуры. Это из фитиля, что ли, взять? Пьянство нет. Смотрите, походу, реально из фитиля взято. Так, мне зачем... Так, а может быть, где-то здесь? Может, я не вижу спички с зажигалки? На это я-то и то наткнулся случайно. Ну, давайте обследовать территорию. Ох, холодно, холодно, вижу. При обморожении экран появляется, я понял. Опачки, это что это у нас такое? Это у нас потрошки для дробовика. Так, я чувствую, кони двину, да, сейчас? Так и не узнав ничего новенького. Кстати, тут труп, смотрите, на радаре показано. Что у нас есть? Рубчанский, так надеюсь, мискримеры никакие на меня не выпрыгнут. Так, он в помещениях не согревается? Опачки. Так, еще один ключик мы с вами нашли. Смотрите, энергетик, ключик. Скорее всего, это ключ от охранника будка. Вот, которая будка, помните, была закрыта? Точно. Так, есть смысл сюда подниматься? Нет, никакого смысла нет. Там, смотрите, еще какая-то территория. О. О, это же это кабаны, да, вроде бы. Это же вроде кабаны. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я ворону слышу. Так, со спичками что делать? Я, кстати, спичек так не нашел. Вот. Спички. А, ну там есть, кстати, костер. На улице горит. Можем к нему подойти. Кстати, что я медленно так хожу? Ага, у меня уже и хпшка, смотрите. Половинка. Это не от того, что ли? Я сейчас прыгнул. Интересно. Так мы согреемся от этого? Не вижу, пропадает. Нет, не пропадает. Кстати, тут два трупа. Ага. Так.
Раскрыли нашу небольшую базу. Витек, вчера я сюда приходили военные с яйцеголовым. Начали разнюхивать ту хрень на платформе для вагонов. Закрываю тут все к чертям. И двигаюсь дальше на север. Там и встретимся. Ты знаешь, где меня найти. Свое барахло только не забудь. С вышки на вокзале забрать. Удачи, до встречи. Так, на вокзале с вышки. Ага. Интересно, как сюда все-таки же проникнуть? Так, опачки. Так, а у меня еще хпшка ниже, да, вроде бы? Кстати, еще трупы я вижу. Угу. Да, я чувствую, кони отодвину, ребят, сейчас. Ну, главное, мы-то знаем, что прочесть записку, ключ. Где взять, даже если мы двинем кони. Я как бы загружу. Так, подожди, еще. А, ну тот мы труп-то облутали. Я уже увидел просто на радаре его еще раз. Так, поезд. Вот, смотрите, может там это. Так, ага, О, спички мы нашли с вами. Быстрее, 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 быстрее. Так, давайте зажгем, наверное, для начала спички. Согреемся. И после уже, наверное, прочитаем ПДА, что мы подобрали с вами данные. То я чувствую, сейчас я кони двину. Не хочу кони двинуть. Ох ты. Обморожение у меня, походу, идет, да? Чувак. Чувак, это рэпчик. Надо было с самого начала сюда подняться. Блин. Я реально кони сейчас двину. Чувак, это рэпчик. Ужас, ребят. Ничего страшного, сейчас мы до этого же момента дойдем. Так, интересно самое, знаете что? Что я как бы... О, господи, это мой... Взял вроде спички, но как бы не было у него там спички. Так, сохраняться можем? О, мы сохраниться можем, замечательно. Все. Я просто сэкономил наше с вами время, побежал, и у него, кстати, спичек не было. Не отображалось. Я вроде все действия те же прочитал записку, взял ключ. Давайте посмотрим теперь. У товарища. Опачки. Опа. Так, а можно закрыть дверь? Угу, теперь у нас дробовик появился. Так, он Замечательно. При омражении на экране появится. Так, стой, стой, стой. А что, мне так уже холодно? Если хотите дополнительные навести пост процессор фильтра график, то можете нажать. Ага. Так, я пока рядом стою. Давайте прочитаем, что я взял. КПК военного, да? Так, стой, уберись. Наши ребята разговаривали. Разворотили старый склад неподалеку от самого вокзала. Повезло, нашли кучу всякого провинции, консервные к тому подобное. Половину можно будет с собой забрать после. А почему чего после? Так, Z-шку нажмем. Можно же прочитать, да? Так. Мы это читали, это читали. Найденная информация. Мы нашли с ребятами старый склад неподалеку от самого вокзала. Повезло, нашли кучу всякой провизии. Консервов и тому подобное. Половину можно будет с собой забрать после эксперимента. Ага, смотрите. Тут, кстати, тут еще история есть. А, ну я же читал с вами. Все, отсюда можно как бы все, да? Заканчивать. Слушайте, а давайте как бы зайдем по... Так, стой. Где у нас тут? Передвижение. Вокзалу. Проверить заброшенную стройку поблизости. Это где у нас находится? А мы можем посмотреть? Нет, не можем, да? Найти информацию о сталкере. Нет, тоже не можем. Так, ну давайте. Слушайте, знаете что? Я бы в этой еще серии бы ходил бы на вокзал, который он говорил. Вот там находится. И посмотрел. Угу. Слушай, а что у меня так быстро этот замерзание как проходит? Я вроде около этого. Костра только что был. Хотя поесть, может быть, нужно, чтобы хпшку себе восстановить. Так.
Может, из-за этого у меня? Так, тут не сюда, не сюда. Так, ну давайте глянем. Он же про вокзал что-то говорил. Тихо-тихо-тихо, не упадай, не падай, чувак, это рэпчик. То было бы печалька, упасть бы. Так, тут закрыто. Так, у нас тут ничего, может быть, в трубах всякие, знаете, как там тайники лежат. Так, давайте, короче, ребят, на этом, наверное, с вами остановимся. Для первой серии достаточно, мы, в принципе, выбрались из общежития вот этого здания. Мы нашли с вами первое оружие. Будем продвигаться чутка подальше в следующих сериях. Так. Тут нет, нет, ну что, это просто. Просто так лестница, да? Так, слушай, подожди, подожди. Так, тут нет. Тут нет, вот, вот, вот это я же забыл. Кстати, зайти, да. Потрошки взять. Так, давайте, и, кстати, хпшка все ниже, ниже. Давайте мы с вами... Так, остаться у костра, ну-ка. Угу. О, у нас хпшка повысила, смотрите. Ну-ка еще раз. Гениально, мы же так хпшку себе можем, ребят, пополнять. Смотрите, у нас уже почти полная хпшка. Во, красота, благодать. Так, давайте я на это, на этой интересной минуте с вами закончу. Ритольчик, узнайте лайк, подписка и коммент с меня видосик. Не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующей серии на канале Like Game, на точнее уже завтра на второй следующей серии. Всех с наступающим Новым годом, счастья, здоровья, не болейте, не чихайте. Всем пока.